Мои первые песни, читает автор Сергей Нагорный. Тем временем я написал свою первую авторскую песню «Я не знаю». С тех пор их написано большое количество, около 3000. Точно не считал, но у меня еще на пленках много, которые надо оцифровывать. Недавно я забрал с ремонта магнитофон Ростов-102, чтобы сбросить материал на компьютер и сохранить записи своих песен. Делаю сейчас некоторым новую обработку. Наступила осень. Барабанщику, правда, пришла повестка в армию. И он меня сам пригласил, чтобы я отыграл на проводах. Вот песня на эту тему. «Маэстро проводы». Слова и музыка маэстро. Первый куплет. «Последний день я с вами, друзья, а завтра отправляюсь я в далекий путь. Чтобы исполнить гражданский свой долг, я покидаю родимый порог, но я вернусь. Гадать не стану, в какие войска, но лишь одно твердо знаю я наверняка. Защитный цвет, солдатская снасть, и ждет меня военная часть, мои друзья». Припев. «До свидания, я вам скажу, на прощание песню спою, пусть она в каждом сердце прозвучит на память. Будет время, я напишу, все подробно вам сообщу. Верю я, что наша дружба за эти годы крепче станет». Второй куплет. «Я сказал все, что хотел, а впереди еще множество дел, но пришлось отложить. Когда вернусь, все сначала начну, и эту песню для тех спою, кому еще служить. Я очень рад, что все вы пришли. Спасибо вам от всей души за все слова. Пройдут года, увижу свой дом, и мы опять встретимся в нем, мои друзья». Припев тот же. «Все хорошо, я начал играть со своими ребятами, играли на танцах. Когда холодно в клубе, а когда было уже тепло, мы играли в парке. На летнюю площадку приходило около 200 человек, а то и больше. Две мои песни, «Динос» и «Танцы у парку», имели, да и имеют успех до сих пор. Эти песни есть в интернете, как аудио и видео, и на Ютубе, и в Real Music, и на других сайтах. Приведу текст песни «Динос», первый куплет. «Есть в Донецкой области город Красноармейск, и поселок Северный в нем, конечно, есть. Есть у нас на севере дружные ребя, которые напрасно воду не мутя. Есть дворец культуры, по праздникам концерт, и если нет халтуры, кино беру билет. Есть стадион футбольный и хоккей при нем. В общем, край привольный, весело живем». И припев. «Ах, Динос, Динос, ты мой Брайтон Бич, и ни при чем какой-то там кирпич. Не надо мне ни юг, ни запад, ни восток, здесь промотаю жизни свой срок. Ах, Динос, Динос, ты мой Брайтон Бич. Здесь Дима, Игорь, Настя, Алла, Сеня родились. Не нужен мне Париж, Багамы и Нью-Йорк. Дороже всех мне этот уголок». Второй куплет. «Зима пришла, настали теплые деньки, и на ставке балконском загораем мы. Играет в летнем парке духовой оркестр, и на дискотеке нет свободных мест. Есть аттракционы у нас для детворы, в аллее для влюбленных запели соловьи. Посидеть удобно вечером в кафе. Все описать подробно слов не хватит мне». Припев тот же.
Все свое творчество многое я выложил на торренте. Что касается, что такое слово «динос», поскольку мы живем в районе Диносового завода, который выпускает огнеупорный кирпич. «Динос» — это всего лишь марка огнеупорного кирпича. Но так в народе коротко прозвали наш поселок «Динос».